Представители сирийской оппозиции, объединившиеся в Высший комитет по переговорам, решили приехать в Женеву, где в пятницу под эгидой ООН начались переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Ранее на переговоры прибыла делегация официального Дамаска, но представители вооруженной оппозиции пока готовы лишь предъявить свои требования ООН. Мы намерены начать дискуссию с ООН по двум важным вопросам – о гуманитарной ситуации и об освобождении политических заключенных. Это то, что является приоритетом для нас. Правительственная делегация, которую возглавляет посол Сирии в ООН Башар Джафари, в пятницу провела первую встречу с взявшим на себя роль посредника представителем генерального секретаря ООН Стефаном де Мистурой. Он будет проводить сепаратные переговоры с каждой делегацией в отдельности. Россия считает успехом сам факт начала переговоров и призывает не упустить эту возможность. Призываем все стороны активно включаться в работу, отказаться от каких-то предварительных условий в пользу действительно поиска эффективных путей достижения политического регулирования в Сирии. К этому призывали в Женеве и переодетые в Обаму, Путина и Асада активисты правозащитных организаций, приготовившие суп из одной воды и травы, который символизировал ужасную гуманитарную ситуацию в Сирии.